В зале Дворца культуры «Строитель» собрались ученики кадетских классов 8 и 16 школ. Десятки пар любопытных детских глаз направлены на сцену, где ведущие в военной форме увлеченно рассказывают о судьбе героя Советского Союза Ивана Барсукова. Иван Петрович Барсуков, он провел войну в Афганистане. Он защищал честь Родины и был назван героем Советского Союза. Вспомнить славные подвиги афганца пришли и его товарищи по боевому оружию. Некоторые воины-интернационалисты сидели в зале, другие подарили собравшимся свое творчество и исполнили несколько тематических композиций. Данное мероприятие в первую очередь проводится для учащихся военно-патриотических классов пограничной направленности. Потому что молодежь нынешняя, она должна знать воинов-пограничников, героев, которые очень много сделали для нашей Родины, для того, чтобы небо над нами было мирным. Патриотическое воспитание молодого поколения в Мозырском пограничном отряде всегда ставят во главу угла. Ведь из этих образованных и знающих свою историю детей вырастут настоящие защитники Родины. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Олег Фитнер, телеканал «Мозырь».